Всех приветствую. Вчера для перфоратора ТТ вытачивал серьгу. Деталька маленькая, сверлить неудобно. Двух рук мало. Так намучился, что сегодня прямо с утра решил доработать свою сверлилочку. Весь лишний металл спиливаю. Попробуйте угадать, что это будет. Подчищаем. Сверлим в корпусе бабки отверстие. Пока одно. А вот и подсказка. Догадались? Сверлим пластину. С обратной стороны приклеиваю гайку, потому как пальцем придерживать будет неудобно. И прикручиваем к корпусу. Отмечаем второе отверстие и сверлим. Нарезаем резьбу. В отверстие завинчиваем винт. Еще одна дырочка. И с обратной стороны крепим пластину. Прикручиваем винтом. Фиксируем винт. И собираем механизм. Прозваниваем. Пищит, значит, будет работать. К микровыключателю припаиваю проводочки. Теперь разрываю цепь питания движка. Разорвать цепь можно в любом месте. Проводники залуживаю и соединяю с проводами, которые идут от микрика.
Термоусадку намного удобнее прогревать зажигалочкой. Проверяем, что получилось. А получился полуавтомат. Работает отлично. А иначе и не могло быть. Ставьте пальцы и всем большой привет!